Добрый вечер, дорогие друзья. Можно похлопать. Я вам всегда приятно. Спасибо. Спасибо, что сегодня вы выбрали для проведения своего вечера один из, не побоюсь этого слова, лучших клубов Москвы. Клуб Алексея Козлова. Да, Алексею Семеновичу это тоже понравится. И сегодня у нас концерт «Маримба Трио». «Маримба Трио» — это всегда заводит меня в тупик. Что же такое «Маримба Трио»? «Маримба Трио» в первую очередь — это маримба. Это вот этот инструмент, древний инструмент, африканский. Это сегодня клавишные, обычно рояль, но клавишные тоже подходят. Но сначала это не было трио, сначала это был дуэт. И так как я уже не знаю, что сказать, я хочу пригласить на эту сцену, собственно, человека, который играет на этом замечательном инструменте. Это композитор. Друг подсказывает оттуда. Это просто хороший человек. Обладатель премии «Триумф». Как? За что «Триумф»? За... Да, как лучший композитор. Один из лучших композиторов России. Итак, с нескрываемым удовольствием приглашаю на эту сцену Лев Слепнер. Лев Слепнер. И мы откроем наше выступление с авторской вещью, которая называется «102 дня». Thank you.
Это было 102 дня. А сейчас я попрошу Льва переместиться к этому светлому ящичку, который в простонародье именуется кахоном. Это перкуссионный инструмент, родом из Испании. И мы сыграем следующую композицию. Thank you.
этот момент мы стали полноправным трио. Нам присоединилась Татьяна Шишкова. Татьяна. И мы сыграем композицию под названием «Море». Thank you.
это было море. Я смотрю, что Лев не может просто играть, ему нужно и говорить. Я передаю слово Льву Слепневу. Дамы и господа, еще раз добрый вечер. Я с большим удовольствием представлю замечательного пианиста, композитора Евгения Лебедева. Если говорить о призах, которые он занял, то, знаете, можно здесь остаться до завтрашнего утра, потому что огромное количество номинаций, конкурсов международных, всяческих, все, которые существуют сейчас в современном пианистическом мире, по-моему, Евгений побывал везде абсолютно и занял одни из самых лучших мест. Это наша гордость. Евгений Лебедев! Две композиции, первая и третья, принадлежали перу Евгения, это его авторские композиции. И сейчас мы хотели бы исполнить вещь, которую мы переаранжировали и сделали для Маримбы Трио, так как в основном мы ее играем вместе с Маримбой Плюс, с нашим коллективом, где мы с Танюшей существуем достаточно давно. Итак, композиция называется «Самба Лео». Thank you.
Следующая композиция прозвучит на испанском языке. И очень приятно, что эта вещь была одна из первых композиций, которая вошла в альбом «Маримба Плюс», который так и называется «Маримба Плюс», самая первая пластинка. Называется эта композиция «Одиночество». Следующую композицию написал Евгений Лебедев, и это одна из наших любимых вещей. Сегодня для вас она прозвучит в дуэте. Называется эта композиция «Golden Sands» — «На золотых песках». Евгений Лебедев!
Слепнин. Лев Слепнин. Композитор Евгений Лебедев. Ну, а сейчас я хотел бы оставить вас наедине со львом. И он для вас сыграет одну из моих любимейших композиций ее исполнения. Очень образную. Очень красивую. Всегда интересно это слушать, но и смотреть. Итак, Лев Слепнер и композиция «На дне океана». Дорогие друзья, это композиция сольная для инструмента, как сказал Евгений, который называется «Маримба» и перкуссии. Вы знаете, играл в разных залах, в разных городах, в разных странах эту композицию. Есть очень один интересный момент, и я хочу с вами посоветоваться. Дело в том, что когда композитор пишет какую-то вещь, пишутся ноты. Но вот в чем загвоздка. Дело в том, что в этой композиции я достаточно много импровизирую. То есть придумываю все абсолютно на ходу. Вот вы сидите, от вас идет энергетика, идет тепло. Оно впитывается и выходит через инструмент обратно к вам. Сегодня будет совершенно как-то иначе. Не так, как было вчера, позавчера или год назад. Но ко мне обратились композиторы другие, которые хотят, очень хотят видеть эту вещь. И вот накопилось уже достаточное количество исполнений именно этой композиции, которая называется «На глубине океана». Я никак не могу определиться, не могу выбрать, где наибольшая и наиболее интересная именно импровизация. Поэтому, дорогие друзья, вот сегодняшний вариант вы можете посмотреть другие в интернете, на YouTube, на нашем канале. И давайте с вами, может быть, потом спишемся где-нибудь ВКонтакте или в Фейсбуке, и вы скажете, понравился ли вам сегодняшний вариант. Хорошо, договорились? Спасибо. «На глубине океана». Thank you.
Сефардскую композицию. Если кто не знает, сефарды — это древняя народность евреев, разновидность. И песня называется «Море Ника». More than you.
Татьяна Шишкова, вокал.
Спасибо большое. И сейчас я большим удовольствием приглашу на эту сцену удивительного музыканта, потрясающего виртуоза, пожалуй, одного из единственных самых-самых выдающихся исполнителей фламенко в России на акустической гитаре. Итак, дамы и господа, Глеб Окунев! Прозвучит композиция, которую написал Глеб, она называется «Контрастес».
И в заключение нашего концерта квартетом мы исполним композицию, которая называется «Испанская фантазия». Как у вас настроение, друзья? Спасибо огромное, мы себя ощущаем практически в филармонии. Пожалуй, впервые в клубе Алексея Семеновича Козлова так тихо и так внимательно вы слушаете. Спасибо вам большое. Итак, «Испанская фантазия».
Нет, опыта в гитара. Добрый на сцену, пожалуйста. Глеб, без тебя не право. Thank you.
Спасибо, друзья!